Расист и обманщик, которому удалось стать президентом вопреки всем и вся. Такую характеристику Дональду Трампу дал его бывший адвокат Майкл Коэн на слушаниях в Конгрессе США. Они прошли в Вашингтоне в среду, пока в это время хозяин Белого дома встречался с лидером Северной Кореи в Ханое. Мне стыдно, потому что я знаю, кто такой мистер Трамп. Он расист, он аферист и обманщик, заявил Коэн. Отвечая на вопросы конгрессменов, он подтвердил, что Трампу заранее было известно о том, что WikiLeaks готовился опубликовать украденную хакерами электронную переписку американских демократов и лично Хиллари Клинтон в самый разгар президентской кампании. Также во время слушаний Коэн заявил, что Дональд Трамп лгал о своих связях с бывшей порноактрисой. Он не стал называть имен, но речь, по всей видимости, идет о Стефани Клиффорд, которая утверждала, что вступала с Трампом в интимную связь. «Я могу предоставить членам Конгресса несколько документов, в том числе банковский чек с личного счета господина Трампа, которому он возместил мне средства, выплаченные за молчание одной из звезд фильмов для взрослых, чтобы избежать огласки во время избирательной кампании». Что же касается предполагаемых связей президента США с Россией, то бывший адвокат Трампа признал, что не располагает прямыми доказательствами о якобы имевшем место сговоре с Москвой, но заявил следующее. «Я помню, как на одном из совещаний Трамп-младший наклонился к отцу и сказал, что для встречи все готово. Сам господин Трамп ответил, что это хорошо. Я лично слышал эти слова». В свою очередь, хозяин Белого дома, находясь в Ханое на переговорах с Ким Чен Ыном, написал в Твиттере, что его бывший адвокат все врет и просто рассчитывает скостить себе тюремный срок.